Это абсолютно новая Нива, абсолютно базовой комплектации, как мы ее помним. Сейчас она называется, как же называется? Окей, Lada Niva Legend. Вот. Вот такая стоит в базовой комплектации 11 штук баксов. У нее постоянный полный привод, как на крузаке. Межосевой замок дифференциала. В общем, потрясная машина за 11 тысяч долларов. Причем она уже на инжекторе. То есть тут есть инжектор. Вот. И даже кондиционер.